Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем самые обычные, самые простые мужские носочки. Я буду вязать на размер ноги мужской 41. В свободном состоянии у меня носочек от пяточки до мыска занимает 25 сантиметров, но подходит на 27,5 сантиметров. Конечно же, можно в зависимости от вашей пряжи и от того, насколько она будет тянуться, вот, связать покороче, либо подлиннее. Но я всегда рекомендую, если вяжете в две нити, и пряжа не слишком, изделие из этой пряжи тянется, то всегда рекомендую делать запас 1,5 сантиметра. Хотите, можете сделать короче, длиннее, но вот этой ширины, если довязать расстояние от убавления для мыска и от пяточки, если связать больше, то, соответственно, на размер ноги подойдет и побольше, то есть 42, 43, 44, в зависимости от нужного вам размера. Вот. Я вязала, как вы видите, достаточно широкую резиночку, так как это носочки ручной работы, и по ходу носки они имеют свойство, эти петельки, растягиваться, то, соответственно, я рекомендую для того, чтобы изделие, ну, скажем, продлить срок эксплуатации носки, вот, изделие не, скажем, не менялось по ходу носки, то я рекомендую вязать широкую резиночку. Хотите, можете связать резиночку 5-6-7 сантиметров, а затем просто вот это расстояние до пяточки платформу делая, можно связать вот этой лицевой гладью, продлив ее сантиметры. Лучше, конечно же, делать носочек поглубже. В зависимости от того, насколько глубже вы свяжете носочек выше и глубже пяточку, то будет, скажем, носочек более удобно сидеть на ноге, то есть более плотно, вот, будет человеку комфортно носить. И, конечно же, что касаемо пряжи, я приобрела ее в интернет-магазине «Кудесница». Ссылочку на «Кудесницу» я вам оставлю под этим видео. Это замечательная пряжа от фирмы «Валенсия». Вот, и кому понравилось, лайкайте. Приступаем к вязанию. Для вязания я буду использовать испанскую пряжу фирмы Valencia. Серия называется «Австралия». Здесь в 100 граммах 300 метров. И в состав входит 30% австралийской шерсти, 6% шелка, 64% акрила. И цвет у меня, как вы видите, серый. Это F605. Нам понадобится для данного размера где-то, ориентируйтесь, около 1,5 моточка. Если размер меньше, соответственно, меньше. Размер больше, значит, побольше. Далее я буду вязать чулочными спицами номер 3. Их у меня 5 штук. И также нам понадобится крючок, ножнички, сантиметр и один маркер, либо булавочка. Так как я буду вязать ниточкой в два сложения, то один краешек ниточки я достаю, это основная, скажем так, ниточка, которую обычно всовывают вот в один из краешков, вот она у меня в данном случае здесь. Эта ниточка у нас из основной части верхней моточка. И для того, чтобы достать второй краешек ниточки, протаскиваем вот так вот два пальчика в центр. И вот обычно в центр достается, с центра вот. Мы достали вот такой вот небольшой кусочек пряжи. Вот. И если вы его распутываете, то получаете второй краешек ниточки. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот вы тянете, вот так вот распутываете этот моточек. В данном случае у меня досталось достаточно много, как вы видели. И вот он, второй краешек мотка. То есть один мы берем с основной стороны, второй с внутренней, и присоединяем вместе вот так вот две ниточки. Эту ниточку отправляем в корзину, и она не будет путаться, то есть один краешек будет идти с одной части мотка, а вторая, скажем так, часть ниточки будет идти из центра. Для данного размера нам нужно набрать 50 петелек, то есть кратное число 2, и плюс одну петельку для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Она у нас сократится и останется изначальные 50 нужные нам петелек. Две начальные петли я набираю на одну спицу для того, чтобы они не были растянуты. И далее приставляю вторую спицу и набираю последующие петельки. Набрала я 51 петельку для удобства на 2 пары спиц. И теперь мы делим общее количество петелек, набранных, на 4 спицы. Пока я делю визуально. Потом по ходу вязания первого ряда я буду распределять по четному количеству на каждой из спиц. А пока вот так вот делю аккуратненько те первые петельки, если вы точно так же набирали на одну спицу, аккуратно, чтобы они остались на спице.
И вот так вот поделив на 4 части, у нас получается красивая наборочная косичка, не перекрученная, и на 4 спицах по, допустим, по 1/4 части общего количества петель. И теперь мы берем в руки, подхватываем ту спицу, на которой набраны последние петельки, и вот она, наборочная ниточка наша, хвостик, и ту спицу, на которой набраны первые 2 петельки, их сейчас четко видно, они у нас немножечко туже, чем все остальные на вид. И теперь подтягиваем петельки к краю спиц и переодеваем к последней набранной петле первую набранную, вот эту. Теперь последнюю набранную петельку. Смотрите, если ниточка делится, смотрите, чтобы нить у вас не, скажем так, не была поделена. И теперь последнюю набранную накидываем на перенесенную только что петлю и полностью спускаем эту последнюю набранную, лишнюю 51-ю петлю между 4-й и 1-й спицы. Вот она у нас, она растянутая. Теперь немножечко подхватите короткий краешек ниточки и рабочую нить потяните в разные стороны. И теперь возвращаем обратно первую набранную петлю на левую спицу, откуда и взяли. Что у нас получается? Подтяните снова петельки на центр спицы и снова потяните разные, скажем так, в разные стороны ниточки. А для чего мы это сделали? Смотрите, мы перекинули между первой набранной и второй петлями, вот этими самыми тугими, последнюю набранную петлю лишнюю, спустили ее полностью со спиц с вязания, и она у нас получилась затянутая по центру. Сейчас у нас осталось изначально набранное количество, нужное для нас, 50 петель. Теперь вот эти хвостики, после того, как затянули ими петлю, ту лишнюю, мы отправляем в одну сторону, скажем так, хвостик и рабочую ниточку, и несколько первых петелек мы провяжем именно с рабочей ниточкой хвостик, для того, чтобы завязать наш вот этот хвостик. И начинаем формировать резиночку 1 на 1. Обратите особое внимание наборочной косички, она у нас не перекрученная, чтобы не получилось в итоге вязаная восьмерочка и не пришлось распускать. Вот. И начинаем формировать резиночку. Вяжем первая лицевая петля, двумя ниточками вяжем, как вы видите. Вторая изнаночная петля. В данном случае я вяжу в 2 нити, поэтому это 4 получается. И вот так вот лицевая, изнаночная. Провязав несколько петелек лицевая, изнаночная, я бросаю хвостик и продолжаю дальше вязать лишь только вот этой рабочей ниточкой. И чередую лицевая, изнаночная таким образом, чтобы каждая из спиц у меня начиналась с лицевой петли, а заканчивалась изнаночной. Вот в данном случае, как вы видите, я закончила изнаночной и перехожу к следующей спице. Продолжаю вязать, чередуя лицевая, изнаночная, пока не свяжу все 4 спицы. Распределяю петельки на узор резиночки 1 на 1. Вы можете вязать резиночкой 2 на 2 по желанию, какой-то рельефной, фигурной резиночкой. Но в данном случае я показываю вам это классический самый способ. И вот так вот снова закончила я изнаночной и продолжаю с лицевой петли со следующей спицы. Если же, к примеру, у меня заканчивалась лицевой, то я со следующей спицы перенесла бы одну петлю, провязав ее изнаночной. Вот. И снова начинаю с лицевой. Почему именно так? Потому что если вы будете заканчивать спицу вот так вот, как сейчас я заканчиваю изнаночной, а, допустим, лицевую переношу уже на следующую спицу, тогда у нас не будет разделительных полосочек, и вязание будет непрерывно выглядеть красивым и ровным. И все, довязываю вот я 4-ю спицу, лицевая, изнаночная по чередованию. Вот. И снова, начиная со следующего ряда, мы его сейчас отметим маркером либо булавочкой. Ряд у нас обязательно заканчивается изнаночной петлей, так как мы с лицевой начинали в начале ряда. Берем наш маркер или булавочку и ставим отметочку в начало ряда. Мы ниточку, вот эту, которую уже завязали, наше вязание, подтягиваем хорошо. Хотите, можете с изнаночной стороны ее потом закрепить узелком и отрезать. Все, в принципе, она у нас уже спрятана, ввязана. И дальше продолжаем со следующего ряда чередовать лицевая и изнаночная уже по сформированным петелькам резиночки. Изнаночные, так как это круговое вязание, я буду вязать за дальние стеночки для того, чтобы поворачивать их красивыми петлями и чтобы петельки были не перекрученные, то есть не перекрещенные связанные.
вот этот хвостик я ниточки подтягиваю для того, чтобы все легло хорошо и ровно. Вот он наш хвостик. Все, петельки у нас выглядят достаточно красиво. И лицевые я дальше продолжаю вязать за ближайшие стеночки. Изнаночные за дальние стеночки. И вот так вот формируется резиночка 1 на 1, которой я свяжу порядка 10 сантиметров в высоту. То есть я вяжу по кругу сейчас от начала второй ряд. Вот. И так я продолжаю вязать дальше, пока не наберу высоту резиночки. Я люблю, чтобы резиночка была пошире. Если вы хотите резиночку поуже, соответственно, вяжите не 10 сантиметров, а менее, а остальные, скажем так, сантиметры от 10, которые вы меньше свяжете, мы потом довяжем лицевой гладью. Вот я связала 10 сантиметров, и у меня вместилось 30 рядочков. И теперь мы переходим на лицевую гладь. Вы же, о чем я говорила, можете связать резиночку высотой где-то 5-6 сантиметров и затем перейти вот эту часть уже на лицевую гладь, на которую мы переходим только лишь сейчас. Я люблю резиночку повыше. Вот. И теперь переходим на лицевую гладь. В каком плане? Что все петельки вяжем лицевыми петлями. И лицевые над лицевыми, и за дальнюю стеночку изнаночной вяжем лицевыми. Вот так вот мы продолжаем вязать до конца ряда. Это первый ряд. Вот так вот мы вяжем по кругу лицевыми петлями. И затем я довяжу лицевую гладь до тех пор, пока у меня не будет где-то расстояние в 4 сантиметра высотой. То есть, исходя из плотности вязания резиночки 1 на 1, у меня 3 ряда в 1 сантиметре. Соответственно, провязав 12 рядочков лицевыми петлями, я и получу 4 сантиметра лицевой глади. Связали 12 сантиметров, и получается вот это и есть наша высота общая, скажем так, носочка. Теперь мы переходим на формирование платформы для пяточки. Так как это у нас мужской носочек, то мы делим общее количество петель пополам, то есть 50 пополам это 25 петель, и добавляем где-то от нашей верхней части, то есть будет у нас делиться наверх теперь вязание и на пяточку, берем где-то еще пару петелек. Но так как нам для пяточки нужно еще четное количество петель, то мы возьмем не 2 петли, а 3. То есть 25 мы берем четное количество, 26 забираем петлю и еще 2 петельки забираем с верхней части. Если бы это был носочек для женщины, скажем, то для женщины в принципе делится общее количество петель ровно пополам. То есть, к примеру, было бы, если бы, ну, допустим, в среднем 44 петли для женского носочка я бы рекомендовала набрать, в данном случае по плотности вязания, исходя из пряжи, то мы бы делили пополам, то есть по 22 петли на перед и на пяточку. И сейчас, смотрите, мы, получается, с вами провязали резиночку 1 на 1, лицевую гладь, и теперь от начала ряда, вот она у нас маркер стоит, от начала ряда нам нужно отсчитать половина петелек, то есть 25, и мы договорились, что мы берем еще плюс 3 петли. Четное количество это первая петля и 2 петли еще с верхней части. То есть отсчитываем 28 лицевых петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14. Я убираю одну спицу с работы и продолжаю на эту же спицу отсчитывать дальше. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. И еще со следующей спицы я довязываю 2 петельки. Пока уберу одну спицу. Не совсем удобно, можно было бы разделить первые пару рядочков на 2 спицы для удобства. И теперь у нас получается от начала ряда отсчитано 28 лицевых петелек. Это наша платформа для пяточки. И остается 2 спицы, на которой петли переда. Их у нас на 3 петельки получилось меньше, чем на стороне подошвы. Мы забрали, получается, 3 петельки. И теперь мы, не довязывая до конца ряда вот эти 2 спицы, поворачиваем на изнаночную сторону и будем вязать поворотными рядами лишь только эти 28 петелек. Для этого я беру спицу рабочую и продолжаю вязать.
Первую я буду снимать как кромочную петлю не провязанной. Дальше все центральные петельки провязывать с изнаночной стороны изнаночной гладью, с лицевой стороны лицевой гладью. И последнюю кромочную петлю я и с лицевой, и с изнаночной стороны буду провязывать изнаночной петлей. Либо с лицевой стороны все петли абсолютно лицевые, и с изнаночной стороны все петли изнаночные. Здесь уже значения не имеет, как вы будете вязать, главное однотипно. И сейчас, смотрите, мы, получается, поворотным рядом вяжем второй ряд, то есть первый был лицевой ряд, далее второй изнаночный. И вот такими поворотными рядами я буду вязать 28 петель, пока не наберу высоту 5,5 сантиметров. И опять же таки, исходя из моей плотности вязания, это будет приблизительно 16 рядочков. То есть я сейчас довязываю второй ряд и далее, пока не провяжу все 16 рядочков вот такими вот поворотными рядами. И тогда приступим к вывязыванию пяточки. Снова разворачиваем на лицевой ряд. И первую кромочную снимаем. И все петельки вяжем до конца этого ряда лицевые. Связала я 16 рядочков, и у меня получилась высота связанной пяточки. Вот так у вас должно получиться две спицы переда нетронутые и поворотными рядами связанная высота в 5,5. Можете связать в принципе и 6 сантиметров. Чем глубже будет пяточка, тем лучше будет держаться носочек на ножке и не сползать. Вот. И теперь общее количество петелек, у меня их, как вы помните, 28. У вас, возможно, свое число. Делим на 3 максимально равные части. Так как 28 на 3 не делится, то самое ближайшее число это получается 9 петель, 10 и 9. То есть по краям я оставляю меньшее количество петель и по центру оставляю 10 петель. И теперь вот эти 10 петелек нам нужно будет от начала до конца провязывания пяточки выдерживать таким образом, чтобы не сокращать их. А вот эти 9 петель в первой части и 9 петель в третьей части будет постепенно сокращаться. Как я вам сейчас буду показывать. Итак, первый ряд пяточки. После того, как вывязали вы высоту, теперь отсчитываем наши 9 петель. Первую кромочную снимаем не провязанной, и в дальнейшем я так и буду продолжать первую кромочную снимать не провязанной. У нас получается вот такая красивая аккуратная косичка по краям с одной и с другой стороны. И она нам потом пригодится при, скажем так, связывании пяточки и переда вместе. Далее вяжем, отсчитываем вторая петля лицевая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. И далее идет последняя петля первой части, девятая, и первая петля второй части из 10 петель. Мы поворачиваем вот эту девятую петлю и первую петлю из 10 дальними стеночками вперед. И вместе, заводя за вторую петлю, вяжем вместе одной лицевой петлей. То есть как бы делаем убавление. И у нас уже получается связанная первое убавление. Остается с боковой стороны 8 петель вместо 9. И связанная уже первая петля из 10 центральных. Далее отсчитываем. Первая лицевая, вторая лицевая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая. Первая, как бы у нас получается, петля была сокращение, и мы связали 8 петелек лицевых. Далее 10 петля, то есть последняя петля центральной части, и первая петля из 9 третьей части вяжем за дальние стеночки вместе одной лицевой. И так получается, что у нас по центру 10 петелек, первая и последняя петля из которых это попарно связанные петли, и по бокам у нас по 8 петелек. Не довязываем до конца третью часть, мы просто поворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. Первую парную петлю, которая у нас была убавление, мы снимаем как кромочную. Далее вяжем центральных 8 изнаночных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вместе с первой кромочной снятой петлей это у нас 9 петель. Далее 10 петлю, это центральная часть, последнюю петлю. И первую петлю с боковой стороны мы провязываем вместе одной изнаночной петлей. То есть делаем убавление. И запомните, что вот эти 10 петель в конце каждого изнаночного либо поворотного лицевого ряда, в конце каждой части ряда мы провязываем 10 петлю центральной части, последнюю, и вместе с боковой первой петлей. То есть неважно, если это изнаночная сторона, это 10 и 1,
Далее поворачиваем, не довязывая до конца. Мы провязываем вот эти петельки и далее 10 петлю с первой, с этой стороны уже. Но так как это лицевая гладь, то мы с лицевой стороны всегда будем вязать центральные 8 петель лицевыми, а с изнаночной стороны центральные 8 петель изнаночными. А по краям, как вы видите, у нас вот такие убавления. При этом попарно провязанные петли я снимаю как кромочные петли, не провязывая. Далее 8 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, которые без изменно. А 10 петлю и первую с боковой стороны вместе за дальнюю стеночку одной лицевой. С лицевой стороны это лицевые петли убавления попарно провязанные, с изнаночной стороны это изнаночные петли. Далее снова петлю убавления мы снимаем не провязанной. И далее 8 изнаночных центральных петелек по рисунку провязываем. И 10 петля, последняя петля, провязываем вместе с первой боковой одной петлей по рисунку. В данном случае это изнаночная гладь, поэтому изнаночную петлю. Не довязываем третью часть, разворачиваем на лицевую. И далее снова попарно провязанная петля первая, как кромочная, снимаем не провязанную. Далее 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И далее 10 петля провязываем вместе с боковой первой петлей одной лицевой. Вот так вот сократив снова с боковой стороны, мы постепенно захватываем, смотрите, по одной петельке. В конце провязывания вот этой центральной части. И у нас получается вот такое как бы углубление, то есть закрытие петелек, и своего рода так вяжется не только пяточка, а и капюшончик на изделие. И далее снова первую снимаем не провязанной, далее центральные 8 петель по рисунку изнаночной глади. И последняя петля центральная, 10 петля, провязывается вместе с первой петлей сбоку, одной изнаночной петлей. И снова разворачиваем, не довязывая третью часть на лицевую сторону. Первую снимаем не провязанной, далее 8 по рисунку центральных петель, в данном случае это лицевые, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 10 петля провязывается одной лицевой вместе с первой петлей сбоку. Вот так вот мы будем вязать поворотными рядами до тех пор, пока с боковых сторон у нас не останется петель. Сейчас у нас с боковых сторон, как вы видите, по 5 петель, а было изначально по 9. То есть мы сократили уже с каждой стороны по 4 петли. И вот так вот поворотными рядами дальше продолжаем вязать убавление и постепенное закругление пяточки. Довязав до конца с изнаночной стороны последнее убавление, то есть это 10 петля с последней петлей с первой части получается, если вот так вот нам повернуть с лицевой стороны изделия, вот, то есть на первой части из 9 петель ничего не осталось, а из третьей части вот у нас одна петелька и центральные 10 петель. То есть мы точно так же продолжаем делать убавление той последней петли из третьей части, то есть провязываем как бы кромочную, далее 8 лицевых по рисунку лицевой глади и дальше последнюю 10 петлю с последней, с этой стороны третьей части последней петельки. И вот у нас должно получиться вот такое вязание, то есть петли переда у нас открыты на двух спицах, вот они, и петли пяточки у нас из 28 петелек осталось всего лишь центральные 10 петель. И вот такой вот у нас получился уголочек. Вот это и есть общая высота носочка. То есть это максимальная, скажем, связанная высота резиночки. И высота, вот она у нас, носочка. И у вас точно так же все должно получаться. Теперь мы переходим плавно на вывязывание длины стопы. Но для начала нам нужно эти петельки, которые мы сократили с вами для вывязывания пяточки, сделать наборчик. Для удобства я рекомендую вам поделить вот эти петли пяточки, которые остались, 10 петель, на 2 спицы. У меня это 5 петель на одну спицу, 5 петель остается на вторую спицу. И по вот этой боковой косичке, если вы правильно, скажем, все делали в плане, снимали
первые петли как кромочные, последние провязывали по рисунку аккуратненько, то у вас должна получиться вот такая косичка. И теперь визуально по этой косичке мы должны распределить, где должны располагаться петельки для того, чтобы правильно сделать набор петель. Вот они у нас косички. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Нам нужно набрать 9, поэтому я буду делать набор аж до последней вот этой петельки. То есть сейчас я беру, подтягиваю хорошо последнее убавление. И далее, начиная с вот этой первой петельки, за обе стеночки мы набираем петли. Первая петля, со следующей косички вторая петля, со следующей третья, далее четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и последняя девятая петля. Мы ее набираем где-то вот с наших петелек, то есть можете набрать с ряда пониже. Вот самое главное, чтобы у вас при наборе последней вот этой девятой петли здесь не образовывалась дырочки. То есть я люблю набирать ее как бы из косички. Вот так вот как бы идет продолжение. И теперь посмотрите, при растянув слегка вот эти петельки, которые вы только что набрали, не получилось ли у вас нигде при наборе дырочки. Если не получилось, то продолжаем дальше. Почему мы набрали именно 9 петель? Потому что, как вы помните, мы делили на 3 части. Центральная часть это 10 петель и 2 части, 1 и 3, составляли у нас по 9 петель. То есть мы их сократили для закругления пяточки, но при этом мы их набрали. Теперь далее мы продолжаем уже вязать, замыкать в круг пяточку спереди. Поэтому передние вот эти вот две части мы также продолжаем вязать лицевыми петельками. При этом хорошо затяните первые две петли. И далее смотрите, чем плотнее вы будете вязать первые две петли с каждой последующей спицы, тем меньше вероятность того, что у вас будут разделительные полосы. Вот, снова перешли на следующую спицу, первые две петли хорошо подтянули, связав лицевыми. И далее продолжаете вязать более свободно, как вы это делаете, ну, в целом, в принципе, исходя из плотности вашего вязания. Далее связали вот эту последнюю петлю переда, уже две спицы я провязала. И с этой стороны нам нужно набрать первую часть из трех, тоже 9 петель. Поэтому точно так же поворачиваем кромочную косичку. И смотрим, вот у нас петельки идут, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И мы начинаем отсчитывать, точно так же набирать как с одной стороны, так и с другой. Вот я начинаю набирать с этой петельки, вот так вот на ряд ниже спускаюсь. Далее отсчитываю уже по петелькам вторую петлю из 9, третью. Я захватываю за обе стеночки, для того, чтобы у нас был достаточно плотный, скажем так, здесь круг замыкания пяточки и переда. И у меня получилось 2, 4, 6, 8 и 9, последняя вот она петелька. Все, я набрала 9 боковых петель. Точно так же при растяните, не получается ли дырочки, если то все хорошо, довязываем на эту же спицу вот эти 5 петель, которые у нас были на пяточке вторую часть центра. 1, 2, 3, 4, 5. Все, теперь хотите по желанию, можете максимально, скажем так, распределить петельки таким образом, чтобы у вас снова было четное количество. То есть так как 50 на 4 не делится, то получается на двух спицах это по 13, и на двух спицах, точнее как, получается 50 на 4 делится, это по 13, но я люблю, чтобы четное было, то есть можете распределить по 12 и 14, либо на 4 спицы по 13 петель. Тут уже ваше, скажем так, усмотрение. У нас получилось, если вы посмотрите с изнаночной стороны, с двух сторон вот такие вот косички. Там, где мы делали набор, восполняли по 9 петель. И общее количество теперь уже петелек по кругу у нас, как и изначально было для вязания резиночки. Теперь мы продолжаем вывязывать уже по кругу, по спирали, точно так же, как мы вязали до пяточки. Вот, все остальное и набирать длину подошвы. Я длину подошвы буду вязать, исходя из, скажем, нужного мне размера. Поэтому от вот этого круга по пяточке
соединения и переда вот этой верхней части, я буду вязать 17 сантиметров лицевой гладью. То есть пяточка у нас составляет здесь где-то 7 сантиметров, где-то 6-7 в принципе, можете померить сантиметром, я так на глаз пока говорю. И я буду вязать 17 сантиметров и потом делать убавление. Хотите, можете связать чуть длиннее, чуть короче, но я всегда рекомендую вязать на где-то 1,5, а то и 2 сантиметра, в зависимости от того, насколько у вас пряжа тянется, носочек короче, чем нужно вам. То есть, к примеру, вам нужен размер 27,5 сантиметров длина стопы. Вы вяжите, чтобы у вас в общем носочек получался от, скажем, пяточки до конца мыска вывязывания, полностью, пока вы закончите носочек, чтобы получалось на 1,5 сантиметра короче, то есть 26 сантиметров. Я вот из такого расчета, скажем, и буду вязать нужный мне размерчик. То есть сейчас у нас так и будет начинаться ряд, там где маркер, вот он у нас начинается ряд, поэтому я довяжу сейчас, получается, уже по кругу до начала следующего ряда. И вот эти петельки, которые мы с вами набирали, всегда рекомендуют вот эти 9 петель провязывать перекрещенными петлями. Это для того, чтобы наверняка не было дырочки. Но я, честно говоря, всегда вяжу обычным способом, как я это делаю. Вот, и дырочек в принципе нет. То есть сейчас мы точно так же продолжаем вязать лицевой гладью первые 5 петель пяточки, первую часть. Вот. И теперь переходим на вязание вот этих петелек, которые мы наполняли. Я вам сейчас покажу, как получается, если не перекрещивать. Вот, посмотрите, получается просто ровно выходящие петли. А если перекрещивать вы хотите, то набираете за задние стеночки лицевые петли. Вот я сейчас буквально несколько петель вам покажу, как это выглядит перекрещено. Вот так. То есть вот они перекрещенные, вот не перекрещенные. Мне нравится, когда не перекрещенные. Но все-таки иногда бывает такое, что вот именно на стыке соединения в уголке между пяточкой и верхушечкой носка нужно перекрещивать. Я вот сейчас как раз до этого момента дойду. Вот я связала первые 8 петель, которые плавно выходят. А девятую петелечку, скорее всего, лучше провязать перекрещенной петлей и плотнее. Тогда у нас не получится вот здесь вот дырочки. Вот смотрите, в принципе, петелечка немножечко прирастянутая. Хотите, можете и эту петлю, из которой выходит вот эта петелька, призакрутить ее. Но для этого вам нужно ее, скажем, вытащить, распустить и крючком здесь закрутить эту петлю, чтобы вытащить. Это все достаточно сложно, поэтому для первого раза можете просто перекрестить вот эту петлю последнюю. Опять же таки для того, чтобы не было дырочки. И дальше берете спицу рабочую и дальше продолжаете вязать петли переда. Хотите, можете эту петелечку перенести наверх, то есть чтобы уже вязать на следующей спице. Но самое главное, чтобы не получалось дырочек. С этой стороны все точно так же. Я буду вязать обычным способом. Если здесь на уголочке при переходе с верхней части на пяточку, вот здесь вот, если будет получаться дырочка, то тоже делаем перекрещенные петельки. Этих перекрещенных петелек, скажем, не будет заметно в ходе носки, но зато будет более аккуратно, если будет носок без дырочек. Все, я связала длину подошвочки в 17 сантиметров от нашей пяточки, и у меня вместилось 50 рядочков. Где-то в видео я ранее говорила, что поделить можно 50 на 4 спицы по 13 петель, но я немножечко ошиблась. Можно поделить 2 спицы по 13 и 2 спицы по 12, что я и сделала для того, чтобы вывязывать сейчас мысочек и делать закрытие наших петелек. Нам нужно сейчас на верхних спицах, то есть те, которые у нас идут не к пяточке, а те две, которые мы оставляли с вами при провязывании пяточки, нам нужно на них оставить по 12 петель и на пяточных двух спицах, вот на этой половинке, оставить 2 по 13 петель. Для чего это нужно? Нам нужно, чтобы на подошве у нас было те лишние, скажем так, 2 петли, которые не поделились на 4, то есть чтобы они у нас оказались здесь вот в самом низу на подошве. Мы их сейчас уберем самыми первыми. Вот, и затем продолжим, скажем так, уже те петли, которые делятся на 4, убавлять. Если же у нас было бы ровное количество петель на каждой спице, то, соответственно, мы убавляли уже бы от начала ряда, вот, уже начинали, скажем, делать убавление.
Итак, вот у нас начало ряда, вот он наш маркер. И начинается он здесь на внутренней стороне носочка. Сейчас мы первую спицу провязываем до двух последних петель. То есть до тех пор, пока мы не дойдем до дна, скажем, подошвы. Вот, то есть точно так же продолжаем вязать лицевыми петлями до двух последних петелечек первой спицы. Теперь эти две последние петельки нам нужно связать наклоном в левую сторону. Для этого поворачиваем вот так вот дальние стеночки вперед. И у нас получается сейчас петли будут провязываться за дальние стеночки и создавать наклон влево. Мы вместе связали две последние петли спицы. Теперь для того, чтобы убавить на этой спице наши две петельки первые, вяжем вместе одной лицевой, тем самым убавляем одну петлю и делаем наклон в правую сторону. То есть у нас получается наклон влево, вправо. И вот так мы будем убавлять все абсолютно петельки в конце спицы и в начале. Меняя наклоны, провязывая то в левую сторону наклон, то в правую. Вот так вот поворачиваем дальними стеночками вперед. И за дальние стеночки теперь, которые у нас, провязываем 2 вместе петли одной лицевой. Сделали убавление с наклоном влево. Теперь делаем с наклоном вправо, заводя за вторую петельку, провязываем первую вторую петлю вместе одной лицевой. Сделали наклон в правую сторону. Теперь снова довязываем до конца спицы нашей. Вот так вот все лицевые петли, кроме двух последних. Две последние петли мы разворачиваем. И провязываем вместе за дальние стеночки. Хотите, можете делать убавление, в принципе, как угодно. То есть провязывать можете в одну сторону, а не в две, как я. Но я люблю, чтобы было красиво и аккуратно. Поэтому я всегда провязываю, скажем так, убавление с наклонами в разные стороны, вовнутрь, если быть точнее, чтобы выглядело достаточно все красиво. Все, довязали до двух последних петель на спице и снова делаем наклон влево. В начале спицы делаем наклон вправо. Но так мы будем делать убавление не в каждом ряду, а через ряд. А так как мы начали убавление с подошвочки, то мы сейчас в начале следующего ряда сделаем убавление здесь. Как бы получится одно убавление мы сделали с наклоном в левую сторону, теперь второе убавление с наклоном в правую сторону. Это мы сейчас дошли, получается, до конца ряда и начинаем вязать следующий ряд. При том, что мы в начале следующего ряда здесь сделали убавление, которое можно было, в принципе, сделать и в начале, но я вот почему-то так решила. Теперь следующий ряд мы просто провяжем по кругу все петельки лицевые, то есть без каких-либо изменений, просто ряд лицевыми петлями. Следующий ряд мы точно так же продолжим делать убавление и будем чередовать убавления, потом просто лицевые петли, убавления, просто лицевые петли. То есть через ряд чередуем и получится такое красивое постепенное убавление. Довязав до конца лицевые петли, мы снова оказались, получается, в начале следующего ряда, а у нас здесь уже есть одно убавление. То мы здесь провяжем просто лицевую петельку в начале, а уже начиная с конца спицы будем продолжать делать ряд с убавлениями, чередованием. Поэтому здесь вот в начале спицы провязываем все петельки лицевые. Две последние мы поворачиваем дальними стеночками вперед. И за дальние стеночки, теперь уже наши дальние стеночки, вяжем 2 лицевые вместе одной лицевой петлей. Тем самым делаем снова убавление с одной стороны. На следующей спице вначале делаем с другой стороны убавление, заводя за вторую петельку, провязываем 2 петли вместе. И снова до конца спицы мы вяжем лицевые петельки, 2 последние петли мы разворачиваем. И провязываем за дальние стеночки вместе одной лицевой петлей. То есть снова делаем наклон влево-вправо, влево-вправо. Затем следующий ряд просто лицевыми петельками. Затем снова наклон влево-вправо, лицевыми петельками. И пока у нас не закончится максимально, скажем, петелек на каждой из спиц. И снова вот так вот в конце поворачиваем. И делаем с наклоном в левую сторону убавление. Здесь мы делаем убавление с наклоном в правую сторону. И вот так вот вяжем. Вы уже когда будете провязывать второй, третий, четвертый ряд, там уже хорошо видно, где вы провязали просто лицевую. Вот она у вас просто лицевая над убавлением. Там делаем убавление. И уже вы не смотрите, не ориентируетесь на начало-конец ряда, а просто
Здесь у вас просто лицевая, значит делаете убавление. Если у вас уже есть убавление, то просто провязываете лицевую. Это уже очень хорошо будет видно, если вы будете четко видеть, что у вас здесь. Вот, к примеру, здесь уже пошло у меня убавление. Значит, здесь я вяжу просто лицевые петельки. Здесь вот оно у нас убавление. Здесь я просто вяжу лицевые петельки по чередованию. Вот. Точно так же и здесь в конце у меня будет вот оно убавление, поэтому я вяжу уже ряд с лицевыми просто петельками. Хорошо подтягиваете петельки, вот как раз таки ряд с убавлениями, там он не сильно у вас затягивается, а вот ряд, когда лицевой закрепительный, там у вас хорошо получится затянуть первую к последней петле. И тем самым не получится никаких дырочек и расхождений в мыске, то есть все будет предельно плотненько. Вот, и не будет светиться пальчики. И вот так вот дальше продолжаем чередовать. Вот оно у нас убавление, значит здесь еще пока довязываем лицевую петельку. Здесь у нас также убавление, поэтому вяжем лицевую петельку. Скорее всего уже с этой спицы с конца у нас начнутся ряд с убавлениями. Да, вот у нас уже лицевая над убавлением, поэтому здесь разворачиваем петельки. Вот так вот дальние вперед. И за дальние стеночки делаем убавление с наклоном в левую сторону. На другой спице с наклоном в правую сторону. Здесь также идет лицевая, поэтому по чередованию сейчас ряд с убавлением. Вот. И вот так вот продолжаем. Делаем то влево, то вправо. Я думаю, что здесь вы справитесь. Здесь принцип очень простой закрытия носка. Вот петелек. И получится 4 вот такие вот, скажем, полосы убавления, но они будут предельно аккуратные и красивые на вид. И в итоге у нас в конце остается 2 спицы по 2 петли и 2 спицы по 3 петли. Вот мы сейчас находимся с вами, получается, снова на центре подошвочки, где мы последний раз можем, скажем, сделать убавление. Вот так вот провязываем одну лицевую, так как у нас здесь ряд по чередованию должен быть лицевая петля после убавления. И дальше у нас идет, получается, после убавления уже провязана лицевая. Вот мы эти две петли разворачиваем и с наклоном влево последнее делаем убавление. Хотите, можете это убавление последнее не делать. Но так как у меня, скажем, позволяет возможность сделать это убавление с одной и с другой стороны, то я его сделаю, максимально убавив петельки. И у нас остается, получается, по 2 петли на каждой спице. Вот я еще провяжу специально лицевую, чтобы довязать эти 2 лицевые на последней спице. И теперь мы берем крючок и просто стягиваем наши петельки. Вот она, наша рабочая нить. Мы берем ближайшую спицу, переснимаем петли на крючок. Стягиваем нашей рабочей ниточкой. Хотите, для удобства можете использовать иголочку, если вам, к примеру, удобнее иголочка. Вот, перенесли со спицы на рабочую нить петельки. Теперь здесь вот так вот, ну, то есть по часовой стрелке идете, переснимаете петли со спицы на крючок, освобождаем спицу и при этом на крючок подтягиваем вот так вот рабочую нить и петельки. Теперь снова вот здесь у нас освобождаются 2 петли. Вы так не переснимайте резко, потому что если двойная ниточка, она любит, скажем, скользить, соскальзывать. Поэтому будьте осторожны. Вот. И все, и остается последние 2 петли, которые я также переснимаю на крючок. И все. Вот эти все спицы я убираю, подтягивая последние 2 петли на рабочую нить. И у нас получается одна петля, на которой все стянутые 8 наших петель. Теперь для удобства я переодеваю эту петлю на крючок. И вот так хорошо-хорошо подтяните рабочую ниточку, то есть как бы затяните на крючке последнюю петлю. И делаем воздушную петлю, теперь захватив рабочую нить, пропустив первый раз и второй раз. Все. Теперь ниточку перевытаскиваем и отрезаем краешек ниточки. Но перед тем, как отрезать, я всегда рекомендую носочек измерить, либо померить, ну то есть в зависимости от того, скажем, на кого вы вяжете. Если у вас рядом этот человек, то лучше примерить перед тем, как отрезать ниточку, потому что 7 раз отмерь, 1 раз отрежь.
Либо же просто, как я уже говорила, что длина общая, длина от носка до пяточки должна в прирастянутом состоянии подходить на размер ножки. То есть, к примеру, 27 сантиметров у человека нога, к примеру, в прирастянутом слегка, если есть 27, тогда отрезаете ниточку и прячете хвостик на изнаночную сторону, там закрепляете ниточку. И также я рекомендую, если вы вязали, как и я, в двойную ниточку, перепроверить полностью на всем носочке. Возможно такое, что вы связали за одну, скажем, ниточку. Такое тоже возможно. Как вы видите, я связала за одну ниточку, и вот она у меня в итоге получилась высунутая петелька. Она может быть не высунутая внутренняя, это я уже ее высунула на внешнюю сторону. И вот чтобы не было такого брака, вот, конечно же, придется это переделать. Увы, к сожалению, у меня уйдет на это немножечко времени, но из-за моей невнимательности, так как я любитель посмотреть телевизор во время вязания, вот, то получится, что перевязывать. И, конечно же, что хочу обратить ваше внимание особое на какие моменты. Во-первых, носочки должны быть одинаковые по длине, от пяточки до мыска по размерам. Конечно же, должна быть одинаковая длина резиночки. Для этого вы всегда, сколько рядочков провязали, записали. Сколько рядочков провязали, записали. Рядочков провязали, записали. И точно так же здесь, до начала убавления, вам нужно знать количество рядочков. Почему я вам говорила, ориентировала по сантиметрам и по рядочкам? Потому что плотность вязания абсолютно у всех разная. Вот, поэтому, конечно же, возможно, вы использовали другую пряжу, другой номер спиц, какой был под руками. Вот, то, соответственно, получаются разные размеры. И касаемо пяточки, конечно, можно связать два аналогичных абсолютно носка. Но так как вы видите, что у нас было соединение ряда, а соединение ряда в принципе не идеальное, то есть оно имеет обязательно такую вот небольшую впадинку, то я рекомендую, чтобы эта впадинка была в зеркальном отображении во внутренней стороны носочков. То есть одна с одной стороны впадинка, другая с другой. То есть вот так вот, во внутренней стороне. Для этого вам придется пяточку вывязывать. Мы с вами брали от начала ряда 28 петель. То вам придется взять от конца, отсчитать эти 28 петель и так далее, что только вязать. То есть у вас получится как бы конечные петельки для пяточки, поэтому будет вот в зеркальном отображении вот эта впадинка. Итак, конечно же, вяжем все аналогично. Те моменты, которые я затронула, вы учитываете. Вот, для тех, кому будет непонятно, у меня готовится выпуск по вязанию женских носочков. Там можно посмотреть вторую, скажем, часть в зеркальном отображении. Я специально записала на мужских носочках один носочек, а в зеркальном отображении записала на женскую ногу. Ну, конечно же, вы подставляете уже свои количество петелек, вот, которые вы набирали изначально. И когда вы пройдете вторичную тепловую обработку, вот, то все станет на свои места, петельки более выровняются, здесь резиночка красивенько растянется, то есть не получится вот этой елочки. Вот, и все будет достаточно красиво и аккуратно. Вот благодаря вот этому широкому, здесь вот широкой резиночке, вот, получится плотно сидеть на ножке будет носочек и при этом иметь хорошую красивую форму. Я надеюсь, что у вас все получилось. Вяжите второй носочек, делайте тепловую обработку и носите с удовольствием. Всем хорошего настроения, не забудьте лайкнуть. Пока-пока!